Готовим говяжий бургер. Берем теплое молоко, добавляем сахар, дрожжи. Хорошо перемешиваем и ждем 15 минут. Кладем соль, 2 яйца, муку. Обязательно ее просейте. Выкладываем сливочное масло. Хорошо перемешиваем и замешиваем тесто. Накрываем тесто пищевой пленкой и держим в тепле 1 час. Дальше делим тесто на несколько частей. Формуем булочку. Выкладываем на пергаментную бумагу, накрываем полотенцем и ждем еще 30 минут. Дальше смазываем булочки желтком, посыпаем кунжутом и выпекаем 20-25 минут. Булочки готовы. Готовим соус. Для соуса берем кетчуп, майонез, добавляем соленые огурцы, чеснок, измельчаем все блендером. Соус готов. Дальше берем говяжий фарш, нужно его хорошо отбить. Специи будем добавлять при жарке. Дальше формуем котлету, делаем углубление посередине, чтобы не вытек сок и котлета не потеряла форму. Жарим на подсолнечном масле на среднем огне с двух сторон. Можете прижимать время от времени. Кладем лук по желанию. Добавляем специи, у меня морская соль и смесь перцев. Продолжаем обжаривать. Дальше для сочности можете добавить сливочное масло, если у вас такой же нежирный фарш, как у меня. Сверху кладем сыр для бургеров. Я положила 2. Накрываем крышкой и тушим 10 минут. Убираем в сторонку лук и котлеты. И здесь же обжариваем булочки. Булочки обжарились, начинаем собирать бургер. Смазываем булочку соусом. Кладем листья салата. Дальше котлету, сверху помидор. Жареный лук. Можете добавить халапеньо по желанию. Смазываем еще раз соусом. Накрываем второй булочкой. Закрепляем шпажкой. Бургер готов. Всем приятного аппетита. С вами была Дания.